Одним из моих хобби является вязка морских узлов. Для этого использую программу KnotGuide. Недавно в App Store появилось приложение для iPad. Программа представляет собой список всевозможных узлов с последовательным объяснением, как и что делать. Можно выбрать любой понравившийся узел и научиться его вязать. Например, данный узел Джонни Депп вязал в фильме «Турист» после того, как Анджелина Джоли привезла его в аэропорт и попросила закрепить лодку. Мы следуем картинкам. На каждом этапе показано, как петля должна выглядеть. Узел вяжется быстро и очень хорошо фиксируется. Немаловажно, что его можно легко развязать, просто потянув за кончик. Сейчас я вам покажу узел, которому меня обучали в морской школе. Он используется для того, чтобы вытаскивать человека из бушующего моря с вертолета, когда ему бросают веревку. Узел удобен тем, что вяжется одной рукой буквально за 10 секунд. Раз. И все, фиксируется очень крепкая петля. И с помощью нее можно вытаскивать гибнущего в море. Петля получилась. С ней можно делать все, что угодно.